Добрый день, дорогие подписчики! И снова я к вам с размножением черной смородины. Только поделилась способом размножения с помощью отводков, как тут же еще один способ не заставил себя ждать. А именно размножение черной смородины с помощью черенков в обычной воде за 27 дней. Вот такие вот корешки. Вся веточка, которая лежала в воде, пустила корни. Это просто гениально! Берите себе в копилочку и пользуйтесь незамедлительно. Это просто гениально. Вот такие замечательные корни. И вот такая вот ветка в течение 27 дней в обычной воде, без добавления корнеобразователей, пускает такие красивые корни. Это же просто класс. Пользуйтесь!